Сегодня праздник для нас, для Одесского горэлектротранспорта. 30-й трамвай «Одиссей» выпущен в Одессе за этот период. Даты рождения мы сейчас посовещались на месте и восстановили, что даты рождения трамвая «Одиссей» является 2 сентября 2018 года, а дата рождения трамвая «Одиссей Макс» 2 сентября 2019 года, потому что мы старались с коллективом, трудовым коллективом порадовать одесситов, порадовать их таким событиям к дню нашего города, своеобразные такие подарки к дню города. И сегодня действительно трамвай является украшением нашего города, 30-й. Кто-то может сказать мало, много или не очень красиво. На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Но я считаю, что по дизайну этот трамвай лучший сегодня в Украине. По стоимости он сегодня самый лучший в Украине. По тому, что мы возродили кадры, это действительно поступок сегодня и событие. Мне очень приятно, что специалисты других городов сегодня приезжают на консультации к нам в Одессу. И мы консультируем, как же мы добились этого. Поэтому я благодарен Дмитрию Жемуну, Сергею Тютюхину, всему большому коллективу сотрудников, которые работали над этим. И сегодня мы можем к Новому году, в канун Нового года, выпустить 30-й трамвай. Конечно, наша основная цель – это как раз и есть развитие электротранспорта в нашем городе. Но мы применяем так называемую бережливую систему развития электротранспорта. Ее можно увидеть, например, в Чехии, когда наряду с закупкой новых единиц подвижного состава мы, в общем-то, восстанавливаем и старые единицы, модернизируем. Поэтому тут, наверное, важен вопрос смешанной модели. Вы знаете, что сейчас мы работаем по проекту Европейского инвестиционного банка «Север-Юг». Сейчас заканчивается тендерная процедура, в рамках которой город закупит полноценные длинносекционные трамваи уже европейского уровня. Кроме того, собственными силами вот сегодня вышел 30-й юбилейный трамвайный вагон. По сути, четвертая часть пассажиров всех перевозимых трамваями в городе Одессе перевозится новыми вагонами. Мы дальше будем наращивать темпы в направлении модернизации нашего подвижного состава.